ходе разбирательства нами установлено, что данная женщина разместила на сайте Авито объявление о сдаче квартиры под наем. Через некоторое время позвонил злоумышленник и сообщил о том, что согласен снять квартиру на длительное время. Предложил предоплату на банковскую карту. И убедил женщину подойти к банкомату и произвести операцию под его диктовку, что и было сделано. В конце концов, со счета списаны все денежные средства в сумме 82 тысячи рублей. На примере данного факта мы обращаемся к жителям города, чтобы они проводили разъяснительную беседу с пожилыми родственниками. Поскольку, как факты свидетельствуют, именно данная категория лиц, не имея навыков работы с банкоматами, совершают ошибки и теряют свои накопленные денежные средства.